Постоянно смотри на дверь, ты не встретишь человека, которого ждешь. Так, дружеский совет. Эта девушка, кажется, заинтересована Джунейтом. Да и она вполне красива. Хорошо, что она с тобой не работает, любимый. Сюрприз! Пришла, сиротушка. Ой, не могу поверить. Спасибо огромное. Молодец, сестра. И это все? Из вас актеры никакущие. Клянусь, я ничего не говорила. Это все на ЗОЖ. Ладно. Привет. Давай присядем. Я думал, ты забыл. Я тебя очень люблю. Кузен. Чтобы добиться успеха в современной моде, нужно уметь следовать безумному желанию и неуловимому явлению общества. Я работала в этом направлении. Замечательно. Я бы ознакомился с вашими наработками, с удовольствием покажу. Сестра, я выйду, прогуляюсь. Я разговаривал с коллегами на эту тему. Я проведу Фариду, с вашего позволения. Селим. Госпожа Фарида, что ты здесь делаешь? Ты выпил, что ли? С днем рождения. Я выпил, чтобы отпраздновать. С днем рождения, Фарида. С днем рождения, Фарида. Ты качаешься, Селим. Уйди отсюда. Послушай, твои боссы внутри, они даже не видят тебя в таком состоянии. Пожалуйста, давай без проблем. Пусти. Словно думает обо мне. Да скажи ты прямо, мне пофиг на тебя. Фарида? Что ты здесь делаешь? Селим? Селим узнал мое дни рождения и пришел, но... Ну, конечно. Мы забыли тебя позвать, извини. Проходи. Не буду вам мешать, ну что ты? Ну, кусочек торта тогда поем. Все нормально? Нормально. Мы с Элиной на работе разговаривали. Я не подумал, уж извини. Ничего страшного. Хотел вручить, когда мы останемся наедине. С днем рождения. Но это очень ценная вещь. Твоего позволения. Джунейд, огромное спасибо. Бабушка сказала, чтобы я вручил его будущей жене. Я люблю тебя. С днем рождения, Фарида. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Фарида.
С вашего разрешения, госпожа, я разрежу торт. Спасибо всем огромное. Это лучший мой день рождения. Так и должно быть. Ну, деньги такая вещь. Деньги делают все замечательным. Помнишь в лицее, как мы праздновали твой день рождения? Жрали конфеты. Каждый раз по-разному сели. Ты лучше больше не пей. Сложно будет до дома дойти. Мы же сегодня развлекаемся. Конечно, я буду бухать. Ну, самое время вручать подарки. Вот, дорогая. Спасибо, Хандан. О, они очень красивые. Ой, они, видимо, у меня в сумке повредились. Да ничего, ничего, я думаю, починю. Фарида, с днем рождения. Спасибо. Лучше бы вообще не покупала. Зачем ты давишь на меня, Кемаль? Словно я специально все это подстроила. Счастья тебе. Спасибо. Фисташка. С днем рождения. Спасибо. Бахар, вы меня, кажется, с кем-то перепутали. Извините. Фарида, мне очень нравится твое колье. Это классика. В начале вечеринки я не видела его у тебя. Кто подарил? Я? Ну не я же. Я даже одну такую бусинку не смогу купить. Хорошо, когда ты богат. Селим, что ты такое делаешь? Что ты вообще такое говоришь? Ты стала такой же, как они. Хорошо развлекаешься, но не получится. Они не примут тебя в свои ряды. Ты так близко стояла с Джунейтом, но он-то воспользуется тобой и выкинет тебя. Возьмись за голову. Уйди отсюда, Селим, пока не опозорил себя окончательно. Уйди. Господин Джунейд, я не отказался от вашего приглашения пойти сюда. Вы не откажетесь от моего предложения танцевать здесь, не так ли? Конечно.